вся наша съедобная посуда – это съедобные ложки и съедобные стаканчики, которые состоят из пшеницы, подсолнечного масла, соли, воды. Готовится здесь, нами на кухне. Мы отдаем тесто день в день. Наша печка, которая за моей спиной, выпекает их прямо при посетителях. Я очень обрадовалась, что такое заведение открывается в Петербурге, потому что в действительности это очень поможет для экологии, учитывая, что съедобная посуда, ты, по сути, ее съешь, и никакого мусора у тебя больше не будет. Я думаю, это очень полезно и может помочь нашему миру.